Братья и сестры, внимайте! Час, назначенный судьбой, пробил в небе над нашей Родиной. Вчера мы получили послание об ультиматуме от короля Георга. Он требовал нашей безоговорочной капитуляции. Неужели он действительно думает, что мы готовы пойти у него на поводу? Настала пора бесповоротных решений. Наши войска уже пересекли границу с Северной Ромеей. Я вам обещаю, завтра мы возьмем стены Леонополя. Через 3 дня мы возьмем Рейнгард. А через неделю над Поднебесным Айером будет развиваться наше победоносное знамя.